Акция в поддержку армии России набирает популярность по всей стране. На футбольном поле «Локомотив» ульяновские спортсмены выложили огромный флаг России и выстроились буквой «Z», чтобы еще раз напомнить всем и каждому – наша сила в единстве. Футболисты футбольного клуба «Волга» выстроились огромной буквой «Z». Как пояснили в Минобороны, символ расшифровывается просто и понятно – за победу. За несколько дней буква стала символом поддержки спецоперации и объединила тысячи людей. Сейчас важно оставаться человеком и держаться вместе. Подобная акция – отличный способ сплотиться и найти поддержку в непростое время. Люди есть люди, и самое главное, чтобы человек все стало самым человечным. Вот. А насчет того, то, что мы им помогаем, ну… Все зависит в любом случае от человека, и человек будет в любом случае помогать друг другу. С помощью такого флешмоба спортсмены также выразили свою поддержку сборной России, которую отстранили от участия в Паралимпийских играх в Пекине. Как же так? Вы же сами говорили о том, что спорт не политики. Ну, наши люди уже давно там, они туда приехали, они там расселились, и они знают, что им завтра участвовать, а тебе говорят: слышь, парни, отдыхайте. Ну, как теперь мы будем с этими ребятами? Для них это огромная травма. Считаю, что они в корне неправильные, спортсмены никакого отношения к политике не имеют, им нельзя запрещать выступать. Потому что люди, которые занимаются по 15-20 лет, отдают спорту свою жизнь, и живут этим, и им просто сказали: вам нельзя, так нельзя делать. Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Украине. В Ульяновске тем временем разместили почти 700 эвакуированных жителей Донбасса. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.